Друзья, всем привет! Мы находимся в Воронеже. Как и обещали, мы ездим по городам России, чтобы вам показать, что может обычный стандартный Prado без каких-либо доработок. Как можно брать в ваших городах горки-неберучки, лужи-утонуйки и много чего. И когда мы ездим, мы постоянно вам говорим, да, в какой город следующий будет. Ну а помимо оффроуда, мы же еще и в городах находимся, тоже смотрим, как люди живут, чем питаются. Мы тоже пробуем их кухню, общаемся с новыми людьми, достопримечательности ездим, смотрим. Как раз для таких поездок мы пользуемся сервисом Яндекс.Путешествия, где огромный выбор отелей, которые можно забронировать. Можно также приобрести билеты на самолет, на поезд и даже на автобус. Огромный выбор отелей, я повторяюсь, и очень выгодные цены. Ребята сейчас запустили очень крутой проект о культурах разных народов России, туры в культуры, в рамках которого действует акция, где можно получить до 30% кэшбэка баллами за бронирование отелей в 15 регионах России, такие как Алтай, Архангельская область, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Красноярский край, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, Чечня, Чувашия, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ. А также кэшбэк до 10% на бронирование в других регионах России. Давайте я вам покажу, как это работает. Мы, допустим, вот собираемся ехать в конце августа на пару дней в Калугу. Давайте просто проверим, как это все делать. Может, сейчас сразу и забронируем. Калуга, заезд у нас будет. Мы обычно в пятницу заезжаем, выезд у нас, когда мы отдохнем, четверо взрослых, без детей. Так, что у нас здесь будет? Калуга Плаза, гостиница АК, гостиница Калуга. Вот смотри, сразу сумма есть, баллы. Классно, 2406 баллов, они, кстати, приплюсуются нам сразу. Кстати, сразу было в списке видно, сколько километров от центра, если хотите погулять по центру. Что очень удобно, все накопленные баллы суммируются с вашими баллами плюс, которые можно потратить не только на будущие поездки, но и на такси, еду, каршеринг и другие сервисы Яндекс. Переходи по ссылке в описании и успей забронировать отель до 14 августа, чтобы не только Россию посмотреть, но и хороший кэшбэк получить. Ну что, всем привет, мы сейчас в Воронеже. Мы хотим брать препятствия, которые никто не брал на примере этой горы. На нее никто, кроме эндуриков, не заезжал. Мы хотим ее покорить, заехать, получить адреналин. В ваших городах тоже есть такие препятствия, которые еще никто не брал. Поэтому приглашайте, будем пробовать их брать. Везде можно заехать, любую гору можно взять, как бы страшно не было. Чем страшнее, тем интереснее. Подскажи, как быть с резиной? А с какой? Травить или так оставить? Друзья, всем привет! Мы находимся в Воронеже. Сегодня мы хотим сделать нестандартный тест, сравнить наш прадик, который, кстати, уже оттренировали мы на шебекинских горках. Это будет в конце видоса, все, мы покажем. А что ты говорил сейчас, куда поедем? На горку меловую. Так, и что там? Вот такая. Не знаю, кто ее возьмет. Вот здесь Серега не смог. Короче, мы хотим сегодня наш прадик сравнить с Suzuki Jimny, легендарный, который там многие показывали. Мы хотим увидеть, что он действительно может на интересных подъемах с диагоналками. Блин, ну там опасно на самом деле. Плюс у нас будет Пашин Audi, уже сделали определенные по ней работы. Многие высказывали сомнения, что опять купили, перепродали, нифига подобного. Здесь уже все сделано по подвеске, осталось только прикрутить колеса, и это будет реально багги. Паш, это же будет конкурент багги бобравский. Там еще очень много за спиной интересных машин, и за спиной у Вадима также еще около 10 интересных машин. Давайте без долгих прелюдий. Все остальное по ходу движения мы вам расскажем и покажем. Погнали. Говорят, ты в Горшечный убежал, когда узнал, что есть гора, которую здесь Сережа не взял. Конечно, я в Горшечном хотел остаться жить навсегда. Короче, есть гора, которую здесь никто не взял никогда. Говорят, Баки возьмет. Ну, я возьму. А для твоей ОМОНки, получается, ничего сегодня нет, да, препятствий? Я сегодня в песочнице поиграю, что вы едете на скалы, на ваши гигантские, а у меня вот... А почему называется ОМОНка? Просто ты говорил вчера. Ну, это у Эльдара лимонка желтая, а у меня серая ОМОНка. Мы хотели, может, сначала УАЗик нам нароить здесь диагоналки, чтобы мы могли полноценно сравнить все системы полного привода. Ну, давай я потихонечку попробую подняться. Сначала? Вообще без разгона. А потом пусть там УАЗик нароет. Мы нашли ту гору меловую вот с таким вот подъемом, и она длинная. И нашли ту яму, где ты на белом гелике диагоналки.
протестил. Первый тест. Вообще не страшно. С горы? Миша хочет сейчас просто протестить медленно, без разгона, что здесь будет. Если легкотня, то сделаем диагоналки УАЗиками. Если легкотня, то можно будет поехать вот на ту гору, где дядя Сережа до половины заехал и остановился. Он заедет на спущенных-то колесах. Ему артикуляции и подвески хватает. Да вообще легко. Слушай, устроился он прям по-джиперски. Там прям плюшки такие. Что получается, нам здесь вообще нефиг делать. Ну вот можно посмотреть, как сюда X5 поедет, и Санта-Фе. Интересно. И джимник. Ну, джимник, я думаю, также заедет, если он спустил колеса. Первый тест. Механическая коробка Quattro. Турбомотор 1.8. Что это за балет был? Давай, он там что, с повязкой для сна на глазах заезжал. Да если Паша тут заехал, тут ловить нефиг. Да. Тут для BMW, да, интересно будет. Бэху попробуем. Для M5-х, для таких, да? Не, вот я на Бэху, у нас X5. Ну давай его запустим, просто посмотрим, он может или да, не может. Да, да. Чуть-чуть притравлены колеса. Вот по джимнику видно, какие хорошие диагоналки там на самом деле. Вообще горки ни о чем. Поехали. Саня, ты заедешь в эти горы? Да не знаю, сюда на вертолете надо залетать в эти горы. Охренеть. Интересно, Вадим сможет на эту гору залезть, чтобы снять оттуда сверху? И багги, я думаю, заедет. Да не, вы что, прикалываетесь? Да я сюда не заберусь. Это очень серьезное горище. Сюда, по-моему, заедет только багга, все. Потух сразу. Да я что-то офигел уже, Антон. Сюда на автомобиле не поедешь, тут дирижабль нужен, блин, гора вот такая. Тропни слева, покажи всем, что это заезжаемо, чтобы уже спокойно пацаны ехали на Дастер. Страх сорвать? Хорошо, сейчас заеду. Фредди Меркьюри даже вот испугался. Сейчас уже более-менее похоже стоит. Это не, это как алкаш из подъезда вышел. Уха, я за пивом. Ты же Фредди, ты должен нормально показать. Представь, что ты легенда, представь, что у тебя спит. Что ты после наркотического трипа жесткого. И перед тобой миллион человек на стадионе Уэмбли. Погнали. Полтора миллиона. Добавь манерность. Да это какое-то это. Расскажи, Снегурочка, где была. Ну что, будем пробовать. Баги-то хорошо, у него каркас безопасности есть. Ну будем пробовать. Боюсь, как уверкнуть, конечно, но будем пробовать. Ну стрёмно сейчас. Да стрёмно. И мне смотреть стрёмно на самом деле. Я не знаю, как они поедут туда, это психи. Мне вообще не стрёмно смотреть, я только подальше отойду. Не боишься, если он задом будет катиться без тормозов в тебя? Блин? Не, он не скатится. Он возьмёт с первого раза. Я говорю, как Лёха смеялся, мне самому страшно, а он пассажиром. Сижу в кустах, лопим на пиздец. Все заезжаемое, да? Нормально. Я глаза прикрыл, честно скажу. Че, бояться, да? Бояться. Ну и че там? Да оказалось легче, чем думали. Ну да. Мы тоже посмотрели, фигня. А вот здесь есть еще вон там, вот туда. Ну, вот я сейчас поеду, да, потренирую, да, потом дальше поеду. Хорошо. Душа остывает. Страшно реально, в ней чувствуется какая-то уверенность. Ее не колбасит вот так, у нее нет веса кузова, как у машин обычных. То есть они вот так шатаются все, а у нее такого нет. Ну все, Нива, да, сейчас едет. Да.
несмотря на ее вид, она новая, у нее 6600 пробега. Она новая, стандартная, мосты пустые, резина. Такой счастливый, как будто про свою говорит. И вот для чего Нива нужна. Купил и мочишь на ней на все бабки. У тебя все шансы были заехать. Да? Конечно, я думал, ты куда остановился. У нас в Курске на той неделе так патриот перевернулся. А назад уже нельзя. Красава, отлично, отлично. Тихо, 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 тихо. Вообще красава. Тихо, тихо, тихо. Кирпичный завод есть? На исходную позицию. Не, нормально. Вообще нормально. Уверенно вниз съехал. Не, красава, заднюю включил, не заглох. А у нас патриот заглох наверху, не смог завестись. Заблокировался руль и пошел к Убарю. Вадим, покажи, какие там камни сверху, где он встал. Поедешь еще? Не туда поехал. А он хотел левее взять. Да зря. Красавчик. Хватает. Давай мы тебя немножко дадим остыть. Пишет тут в своем стиле. Эффектно, но неэффективно. Точнее, наоборот, эффективно, но неэффектно. Вот в чем еще проблема, ты не знаешь, какой разгон брать. Не получится заехать, потому что надо газ в баланс сжать. Главное, чтобы момент ровный. Вадима задавил, видел? А что говорили, никто никогда не заезжал? Заезжал, поджерик, вот Серега на поджере заезжал. По пьяни? Да нет, трезвый вроде был. Шикарно, вообще прикольно. Прям как-то легко пошел. Давай эту пока тренируем. Мне кажется, даже я там стоял у подножия горы, в середине горы еще быстрее он поехал, да? Он зацепился. Да. Санта-Фе крякнет там. Глянь, каменюка сзади какой-то. Вадим, скинь камень! Прадик хорош, с бензиновым мотором прям хорош. Ну Леха что? Тебя зауважал. А раньше что, не уважал? Ну, да, вообще так себе. Сейчас прямо он за спиной, у тебя много хорошего про тебя сказал и про Прадика. Леха такой маленький. Попробуй на машине, Паш, не надо пешком в эту гору. Вадим, а ты видел, что с ногой? Что? Да пипец, в мясо разодрано. Ну, может, патриот переехал. Ага, я так и подумал. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be... Сразу без выравнивания, что ли? Побыстрее нельзя. Чуть-чуть можно побыстрее. Can't stop me now. А тебе Ходорковский же дал запасные бампера? Да, ну, не, что? Бампера не дал. А у нас от Бибоса есть запасной задний, мы тебе отдадим. Все, что ли? Все. Сдох. Все, да, Паш? Ну, походу, да. А что случилось? Да что, не хватает мощи. А что она сдыхает, капу? Пониженной же нет. И как ты собрался по городам долбить на таком варианте? Ну, надо еще турбу настроить, прошиться. Да не, не вариант. Не, только в дождик здесь ему, чтобы она хотя бы буксовала. Все, не сдал. Расскажи про машину, что? Ты пустая. Мосты пустые. Да. 33-е колеса, да. Мотор какой? 46-й карбюратор. Местные сказали, что ты не из слабаков. Ну посмотрим, да, куда догребет. Давай аккуратнее. УАЗик 75-го года. Опасно это все, пацаны. Беда лес. Ну почти. Да. УАЗик надо было спинку вас... вот так поставить, чтобы ехать нормально. Бля, у него стекла поднимаются, нифига себе. Сам лепил. Я думаю, не стоит больше в эту горку пытаться ехать. Что, зацеп есть. А что надо бояться? Просто потому, что горка страшно выглядит. Так горка страшно выглядит, она отвесная. И когда поднимаешься, начинает поступать адреналин в кровь. Адреналина максимальная. Лучше, чем гранатовый сок.
Конечно. Миш, расскажи, какие ощущения были, когда ты подпрыгнул в конце и колесами оторвался? Ну, круче, чем когда спирт всасывается у тебя в гипоталамусе. Да. Чакры открываются вот так вот, ворота, и ты с Богом общаешься. Помощь при спуске у тебя назад? Да. Включаю. У тебя диффер заблокирован, да? Вижусь, да. Волнение присутствует? Конечно. Ты попробуй потихоньку до середины доедем. Да, просто зацеп почувствуй. Если он есть, потом заедешь второй раз. Все. Раз, да и все. Ну что это такое? А почему-то, а? Накачанные колеса. На ровных колесах на задние ехать и сильно не тормозить. Страшно. Страшно, когда на Женька нашего смотришь. Это на видео. Красава! Волнительно, да, было в моменте. Не то слово. Ты на своей Хонде заехал красава бы здесь вообще. Так? Нет, Хонда не затянет, у нее там 27 лошадей. Ну, а осталось 13. Но я пробовал бы. Серега хочет вот там сбоку поехать на багги. Так еще здесь не все проехали. Да, мне кажется, претендентов уже все. А назад только тут, да? Ну, конечно. Другого пути нет. Нет. Почему? Ну здесь даже Сузука заехала. Да здесь пройти на даже Сузука не каждый это может. Это лютая машина. Человек, здесь, новичок, сказал. Смотри, он обратно хочет. Нормально адреналинчик, да? Не то слово. Слышишь, лоб вспотел. Не только лоб. Короче, когда тебе еще оставалось метров 5 до верха, Леха кричал, стой, пора назад. Ну, я смотрю, ты едешь дальше. Уверенно, я думаю, ну все, заеду. Там отпускать не вариант был. Ты, получается, прапор Сузуки. Поздравляю. А это ты писал письмо, да? Да. Что ты фанат и мечтаешь с нами поесть. На зиму все ее поразбил. Вот в одиночестве. Такой адреналин, попробуй. Что, зря пошел. Пытаемся всех заманить на эту горку, чтобы все получили кайф. Потому что все, кто спускаются, они говорят, что это было кайфово. Да, все спускаются, все на адреналине. Ручки вот так дрожат, готовы сразу закуривать сигарет. Вот это я забываю, что тут я планирую. А, дай сцену надо выключить. Я вообще ничего боевого не знаю. Тебе Вадим наверху подскажет, он по БМВ. Ну я до конца боюсь. Еще смотри, повреждение как на ауди. Смотри, дизель. Я у псих. Заднюю. Заднюю передачу. Он там переключился. Камень. Там он до камня доехал. Опа. Отпусти тормоза! Тормоз отпусти! Тебе просто повезло. Нафига ты руль крутил? Я на самом деле, вполне вероятно, может быть, даже и залетел. Я реально испугался вот эти последние метры, испугался, что перевернусь. И уже, то есть, оттуда намного страшнее скатываться, чем я откуда скатился. Вытяни руку вот так. Вот так? Да, на камеру, ближе. Для чего? Да, мандраж. Тест. Страшно. Ты начал тормозить, у тебя морда соскользнула, и ты начал подруливать, и все. Просто 1 миллиметр тебе не хватило, чтобы перевернуться. Ну, надеюсь, хоть видеть будет красиво. Это люто, он там в конце не заедет, там колея. Нива на автомате. Зимой, кстати, себя очень хорошо показала. Да, зимой классно, а в гору не потянет. На автомате все, да? Да. Масло поменено? Нет. Нет? Зачем? Мотор внутреннего сгорания? Нет, внешнего. А экран от Lexus. А межосевая есть? Он забыл ее включить. Так, отойдите все. Красавчик! Хватит, не надо. Там или прыгать, или я на пусть повесил. Все, не может ехать или что?
еще второй. Вот сегодня он кайфует, он практически все по катушке ходит, грустный, везде проезжается все. А сегодня он прям, я думаю, ловит адреналин. Для чего и строилась эта машина? Нормально заехал. Не знаю, может, у вас смеется, сейчас попробую. Но навряд ли. Ну а ты также на свином молоке сидишь, молодишься. На Витграсе. 400 ферментов каждое утро. А ты рассказывай, свиной творог от чего помогает остеопорозу? От всего. Вообще от всего, да. Что сделаем? Свиные грели. Да без проблем. Сейчас тебя Юра заберет. Спасибо. Учитесь, как ехать надо. Тачки. А что, Пашка у нас не обслуживал тачку, да, получается? Не, он обслуживал, но он недообслужил. На самом деле, все новые автомобили, которые есть, новые, свежие, там, которые на гарантии, ездят к официальным дилерам. А на этом можно тоже очень сильно сэкономить. Я уже об этом много раз рассказывал, почему и как. Заходите на сайт Автоспот, нажимаете кнопочку сервиса ЭТО в выпадающем списке. Выбираете ваш автомобиль, марка, мотор, коробка, какое ТО вам надо сделать. ТО на самом деле их много. Ну, к примеру, там третье ТО для Соляриса 1.6, 123 лошади на автомате. Просто открывается карта города, смотрите. Самое выгодное для вас предложение, потому что разброс цен на самом деле очень большой. Он меняется каждую неделю. Почему? Потому что многие дилеры не выполняют план по проведению этих работ, технических работ. И когда они это понимают, они делают акцию, вы это видите через Автоспот, пользуясь этим сервисом. Видите к вам ближайшего официального дилера, к которому вы можете приехать, тут же на сайте записаться онлайн, вам перезвонит специалист. Приехали, все сделали, запись в гарантийную сервисную книжку и поехали дальше. Также на Автоспот можно приобрести как новый, так и поддержанный автомобиль у официальных дилеров, либо у проверенных продавцов. Поэтому переходите по ссылке в описании, я оставлю ее здесь прямо под видосом в закрепленном комментарии. Пользуйтесь, экономьте. Экономия для бюджетных автомобилей Solaris и Kia Rio и подобные им там, ну, может достигать 7-8 тысяч. На Прадик, я уже говорил, или на какие-то там более дорогие автомобили, там уже, конечно, разброс очень большой. 40-50 тысяч, я думаю, что это деньги для любого человека. Что 5 тысяч, что 10, что 20, что 100 тысяч. Поэтому сэкономил, значит, заработал. Чего для города покупают Prado? А высоко сидишь, далеко смотришь. Зимой отлично, полный привод, все четко работает. Просто машина очень удобная, качественная, надежная. Мне Toyota должна доплачивать за то, что я сейчас говорю. Я так и понял, что ты сейчас говоришь, наговариваешь специально, чтобы тебе предоставили тестовый автомобиль. Здесь белый гелик не мог проехать. Но это зимой было, когда куча снега, он проехал тогда. Вообще проезжает. Вот та Нива, она новая. Новая, 6600 пробега. Хотя вообще новая. Ты пока попадает? Еще пока нет. Но она уже вся. Она же новая. Левей! Левей! Сзади самоблок, сзади мосты. Перед на стабилизации. Слишком здесь просто. После той адреналиновой горы вообще как-то сильно на расслабоне получается. Смотри, какая она. Она реально ответственная. Там колеса открываются в конце. А у этого что? Самоблок, да? Стабилизация спереди. Все стабилизации вот тут спереди. На механической коробке. Папа, красавчик. Да что такое? Лёх, сядь за руль, пожалуйста, нет времени ждать. Слабо. Ну, только по камышам ездить и все. Паш, сможешь так, как ребята? Лучше девочку без угу, чем машину Mitsubishi. Ну ты чувствуешь себя джипером прожженным? До какой степени? До какой степени пробитости?
до такой. Пропитости? Джиперности. Не, ну МТ-шечка еще ничего. Экстрим резина вообще закапывается, будет сразу вниз работать. Да МТ тоже копается. Надо было на лайтике потихонечку. Диван, дивана не хватает, там посидеть. Да я тут на девяточке. Вот они, диванные войска. Да-да-да, тогда точно. Прыгай на Audi. Будет экшен. Замена крыла будет у Audi вместе с крышей. Вместе с крышей, вместе с Пашей. Ну можно и вместе с Пашей. Замена Паши. На каждых съемках новый клон. Ну новый Паша, да? У нас армия Паш. Уазик порвался, походу. На две части? На ровном месте тянул и как-то порвался. А, ну там же Пашка, точно. Паш, зачем ты уазик порвал, а? Я их не люблю. Да что ты любишь? Я люблю Audi. Давно. Недавно. Нормально. Прям хорошо пошло. Паш, это что? Котлеты? Тачка на фестале работает. Утренние котлеты. А ты рад, что я тебе посоветовал этот вариант? Миш, дергай его. Камера на пусть остывает. Какие цыганский уфрол. Барон в тачке сидит, вообще кайфует. А пробуй чуть. Цыганча его толкает, орут, шо зря, один на тот. Один тянет вперед, другой назад. Барон, успокойся. Ты наперстки брал с собой? Давай назад. Че в натуре все стоят, говорят, только и я делаю, что обсуждают, да? Да, чтоб не толкнуть хорошего человека, да? Ну а че ты стоишь? Ну ты едь туда в кусты, мы тебя здесь подхватим. Давай, карбюратор перегрелся. Левее, бери. Сцепление кончится. Вот так и стой. Стой. Че, как ощущения? Достаточно интересно, он меня так шмыгнул. И все, я уже наверху. Приехал Infiniti там вдали, сказал, будет рубиться с тобой до победного, до первой крови. Он BMW ненавидит. Ну, с Infiniti может быть. Вась, ты... Ралик здесь почему-то легко проезжает в сравнении с Audi. Резина травлена, как она аж подламывается. X5M едет. Солярис здесь проедет, интересно. Плохо, глянь, приехал на Infiniti. Воняет от твоей, полей воды на сцепке, не воняет. Красава! Я всегда говорил, что BMW может, и я показывал, что F10 может. Джим не пока, получается, 2-1 тебе делает. В чем? А ты не проехал здесь. А как я проеду? У Джимни вот такой, а у меня вот такой. У тебя? У меня. О, выхлоп Акрополь. 63-я Нива, да? Офигенно! А как, у нее должны были колеса застрять в арках, а не получилось. Получается, на Audi только ехать чисто газ в пол. Без понижайки, ну вообще. Причем не уезжая со стоянки Мэтт. Проходит, но не очень. У тебя решетка скрылась с эмблемой в песке. Твой Солярис там стоит. Проедешь здесь на нем?
Я не знаю, я вот смотрю, Санта-Фе стоит, я даже не знаю. Это не полноприводный автомобиль, то есть это не внедорожник, это такой паркетничек выходного дня. Если хочешь, Фарух с тобой поедет. Какой Фарух? Вот ходит. О, майор. Здорово, пацаны, какие дела? Да вот это майор. Ну а что ты не видишь, это маршал. Одна звезда. Это маршал. Тимоха, а что ты не здороваешься? А ты там занят делами. Я тебя жду, стою. Что там говорят за тачку ты купил себе? Форма. Красную, спортивную. Кабрик на заднем приводе? Да, если красная, уже спортивная. Что-то какой-то неуверенный на камеру стал. Есть у тебя что там, фанфурик какой, чтобы вы разговаривали? Блин, понижайки вообще не хватает. Вот это место как раз бы на понижаечке пройти потихонечку. Тут не надо ни скакать, ни прыгать. А колесики быстро крутятся, и не получается в натяг ехать. Сейчас Солярис поедет здесь. Кто? Сейчас ты узнаешь, кто. Солярис поедет сейчас. Кто? Да главное, чтобы подушки не стрельнули, и все. Газ! Открывайся! Не в ту сторону! Да все! Руль вправо до упора и газ! Что-то Hyundai дальше этого места не проезжает. Че ты сам справишься? Смотри, мы будем отсюда где-то в километре. Ой-ой-ой-ой! Руль вправо, дальше! Вот, а теперь уже поздно. Не надо, все. Майор, ты б на марке здесь проехал? Нет. Тебя что не спросишь, ты вообще ничего не можешь. Ой. Фара оторвалась. Красивый мужчина. Капун звонил, сказал, там жесть. А нам не страшно, мы победим. Мурада берем? Однозначно. Я дойду. Мурат, у нас следопыт. Ой. Вон гора. Ты что, с ума сошел? Ну, сейчас баги попробует, а потом Миша. Все, я вспомнил, дядя Сережа вот в эту горку заезжал зимой и въехал в дерево. Классическая ситуация. Покатушка в самом разгаре, а Паша вон. Ну не одна у него машина. Покатушка не выживает. Че ты говоришь, Мишань? Кто на эти горки поднимался? След один, наверное, мотоциклы. Эндурики какие-нибудь. Сейчас будет. Сейчас или будет просто два. Дурики какие-нибудь. Нет, эндурики. Думаешь, снять переворот? Да кто знает. Сейчас ты узнаешь, кто. Давай я сейчас потихонечку попробую туда подняться. Вот насколько он. Я разгоняться не буду, потому что вверху я не перемахну, я просто сяду на раму. И как меня туда снимать? Ну, кран только нужен башенный. Башенный кран, который строят многоэтажки. А твое усмотрение, под твою ответственность. Ну, моя жизнь всегда моя ответственность. Миша, хватит, хорош! Он бы почему не заезжал до конца, он сверху не пройдет. А если повиснет, что мы будем с ним делать? Только кран привозить. Ну нафига, блин? Для чего? Да хватит! Да нафига? Давай, давай, давай! Нафига? Он все равно там не заедет.
Да хорош, ну заедет, просто наверху повиснет, а дальше что с ним делать, неизвестно. Ну прикольно. На самом деле ощущение прикольное вообще. Именно такой немножко адреналинчик. И хочется заехать выше, а понимаешь, что там я не перемахну через перевал, через это. В принципе, страшного ничего нет. Эта гора только выглядит угрожающе. Мы же ездим только себя, проверяем, и Прадика. И масло 710. Не отливает ничего? Никуда не отливает, давление в норме, мотор работает как часики. Ну а так кайфово вообще. Единственный косяк вот в видосе будет, что когда Прадик заезжал наверх, он не передает вообще вот уклон горы никак. В реале это страшно, это прям страшно. Многие говорят, я в жизни туда не поехал. Что, тебе предлагают заезд? А на чем ты будешь? Не, я хотел рядышком. А садись на коленки, пристегни, просто ремень. Между нами отпустите. Можно, тут на коленки не пойдет, только между нами. Все, держимся вот так, вот как в Сочи, понял? На вот это. На банане когда катался? Ну, на банане настоящем. На банане настоящем. Это мне нужен разгон большой, чтобы я выпрыгнул на задние колеса, стал свечкой. И сразу приземление шаровые нахрен отлетели. Возможно. Нормально, сердце не ёкнуло. Братишка, ты знаешь, как-то поначалу пошло по-тихому и так до конца. Ну, до конца. Паш, ты чё, в деливере устроился? Не туда навигатор привёл? Не заводится или чё? Мимо колеи. Слышишь? Левее? Да. Чё, Лёх, едем? Там левее надо. Слышишь? Давление есть. В рампе, ну, проверяли. Ну, здесь этаж 17. Да ну. Да ну. Да ну. Слышь, а чё она не едет? Одного потеряли. Надо было тебя про запас брать на марке. Допустим, шо, один вышел из строя, ты раз запасной. Это все из-за персола. Фред, ты сегодня какую вечером песню будешь петь? Он за тысячу не может так навредить. We will rock you будешь петь. А ты не менял еще масло, кстати? Нет. На 710. Всем намасте, снова кистень, сломанный фундамент. У нас есть к тебе одно предложение хорошее. Мы просто посовещались, пока у нас Ауди там умерла, мы посмотрели, что ты, наверное, первый раз такие горизонты брал. Даже такие точно. Такие горы. И мы в каждом городе решили, ну, тем, кто нам больше импонирует, и кто больше понравился, дарить масло. Мы подобрали сейчас прямо по сайту Part No. 710 масло, бензиновый мотор. 18-го года рестайлинг, верно же, да, я подобрал. И вот у нас получилось вот оно. Азия Юса, GF6A, 5W30, 4 литра. Кстати, ПАУ – это масло, которое в 10 раз крепче обычного масла, на котором ты ездишь. Поэтому можешь не такие горки брать, а вот такие. На самом деле мы тестировали, есть видосы сюда нажмете. Тестировали масло на машинке трения. Ну, понятно, что машинка трения – это не мотор, но когда там мы прикладывали усилия больше 100 кг, без масла все работало. То есть ролик мне цеплялся, не стирался. А на стандартных маслах, которые мы привыкли тренды ездить, то там на 40-50 кг, да, получалось водить. Прижимаешь, все, ролик стирается по разному. Поэтому нас заверили, что если на этом масле вдруг ломается мотор или заклинит, то приобретут новый. Поэтому делай ТО, катайся. Спасибо. Без нас только так не долби больше. Да отлично, покатались. Тебе надо еще вот сюда попробовать и все. Да, а мы сейчас отснимем, еще одну канистру масла дадим. Я реально был удивлен, что ты заехал, а ты кайфово. Но руки сильно. А я-то как удивлен. Сейчас Пашку повезем в сервис. Паша, как всегда, да, ни одна покатушка не заканчивается, чтобы он без открытого капота не стоял. И еще, знаешь, что я подумал? Почти все машины либо я ему купил, либо подобрал. Никогда не делай полсилы, а только наполним эту картину рук. Все сядем теперь, нет? Куда? Ну сюда, сюда запрещено садиться. Ну вообще везде не выходишь с машины. Никто его не обижал. Почему так каждая покатушка ты с открытым капотом? Поздние тачки. Ну ладно бы ты еще долбил как-то жестко. Ну видишь, она все время, ну как? Как там говорят, вот раньше вы долбили. Да вы посмотрите старые видосы. Там Ауди ездили по ровному полю.
А мы сейчас ехали, блин, конечно, Нива передо мной едет, а я в каждое место бьюсь мордой. Видел там трава, даже видел, когда с горы назад я катился, и она заглыхала. Ну, неисправность какая-то. Как ты пережил поездку? Нормально. Отошел от разбитого телефона. Я еще даже не осознал эту потерю. Сейчас ее прочитаем. Прицепляем. А вы почините. Там недалеко, по пути заскочим, почитаем и поедем дальше. Слышь, Антон, блин, тут узнал сейчас новость такую, там блогеры, короче, местные мотаются на запоре. Ты же знаешь, что это моя слабость. Может, что, поедем? Блогеры твоя слабость или запор? Запор. Поехали, может, посмотрим, что они там делают. Покруче они там, чем я выдавал или нет. Ты думаешь, есть кто-то, кто круче тебя? Ну, пока я не видел. Ну, давай посмотрим. Ну, поехали, узнаем. Как бы не сильно далеко, да? Что они там могут, да. Красава. Как дорожка? Капец, тут лабиринт по гаражам. Я аж умаслался рулить. Ни хрена какой-то здоровый. Больше нашего Пашки. Да? Больше в два раза, чем Паша. Почему я никогда не могу приехать с покатушкой своим ходом? Вот мне интересно, что могло произойти с Прадиком? Что он здесь делает? Прадик это вообще сплошная болезнь, согласен? Да, если один раз заболел Прадиком, то болеть им будешь всегда. Сколько ты всего поменял? Мотор вскрывал, коробку 9 раз вскрывал. Тормоза, рычаги, что не менял? Крыло правое не менял. Пробег осталось, короче, до Луны 24 400 километров. Теперь вопрос за подписчиком, да, сколько до Луны? Паш, давай бросай свою эту самую тачку, поехали там запор долго. А как вы там искали предохранительную в поле? Я ничего не искал. Ну, надо было, это ж первое, что нужно было проверить. Я тебе сразу сказал, когда ты еще остановился, тебе с горки кричал, проверь. Я просто решил не делать этого. Сделай мне предохранитель, чтобы один бар давило, чтобы ручник держал. И на лобаше вот еще сколы пропали. Пошли, покажу тебе большого дядю, в каждом городе будем тебе показывать. Че ты, Паша, опешил, да? Да гермак. Понял? Гермак. Нет, ты понял, что есть... Человеку еще больше кровать нужна, чем тебе. Ого! А возьми его на руки. В последнее время у нас какая-то тенденция. С кем бы я не знакомился из ребят, с кем бы не общался, они все больше меня в два раза. Извини, я кадр выставил вот по человеку. Поэтому ты обрезанный чуть-чуть. Вот так вот. Сильно ты меня отпилил. Смотри, здесь вообще как. Да, я уже, вы пока тут с Audi ты возились, я уже все совсем познакомился и все осмотрел. Блин, не можем его догнать теперь, да, с новым предохранителем вообще по-другому ездим. Сланча дал. Ты сейчас сланча дал, как будто на 3/4 скай. На автоматном двухлитровом. Даже оператор у нас клещет. Меня заставляют. Это Пашка тебя попросил? Да. Надеюсь. Я не пью, потому что я за здоровый образ жизни. Как я сегодня кайфанул от этих горочек. Адреналин прет. Смотри, сейчас тебе кашу на капот как разольет всю. Придется облизывать. Мы проехали те места, которые вы не смогли. Почему вы без нас? Почему? Мы всех приглашали. Я вообще здороваться не буду, поменять 120-й вот на этот сарай. Блин, ты что охренел? Да не поменял я, временно. Временно? Вот другое дело. Я понял бы, если Lexus 470-й, я бы еще бы уважал тебя. Блин, 150-й. А я специально его взял, чтобы вам показать, как ездить надо на любой машине, а не только на 120-м. Давай покажем, потом, как ездить надо. Привет, я рад тебя видеть еще раз. Да, я хоть один раз. Давай, Антонио, сними нас, как мы рады друг другу видеть. Майор, смотри, а какая тачка. Лучше стало ехать? Глянь, ядище. Попробуй, бери. Да? Да, бери, попробуй заехать. Ну, никто не хочет, реально. Поехали? Ну, поехали. Вот это я понимаю тачка. Какая? Жигаварка. Она же кашу может возить. Сейчас и кашу будет. А что, правда запор ничей?
чем у нас. У нас Жека ехал просто познакомиться с хозяином, да. Хотел. Он в командировке. Давайте ему заехать. А там что-то со сцеплением, да без проблем пускай садится. Сказали, со сцеплением проблемы. А, слышь, да, сцепления нету. Ну, вам, получается, нужна тормозуха, чтобы сцепление, да, залить. Да, да, и все. У дяди Сережи никаких расходников нет, и они нафиг не нужны. Шпорку, вот 28 лет, вот проезжайте. Разве в этом есть интерес? Никакого интереса вообще, поэтому не катаюсь уже. А мы сегодня новые испытывали. Ну, да? Для вас они новые, там мы уже все проездили. Вы давно там не проезжали. Все, да, сказали. Ездили, высокая горка, меловая, под Семилуками. Подтвердили, что вы не заезжали туда. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сказал бы я вам. Нету жидкости тормозной, сцепухи нету. Чего они все время одну и ту же горку ездят? Лучше бы они сегодня с нами поехали на серьезные горки. Я дядя Сережа говорю, дядя Сережа, надо было ехать с нами на мужские горки. Что ты с детьми в песочнице? Против запорожца заруба, что ли? Да запорожец его уделает. Едь давай. Жига заднеприводная заехала. Покажешь пацанам, как не можешь. Там инерция нужна, ничего больше, а? Ладно. Эрекция нужна. Нюк. А? Чё за балет? Ты меня разочаровал. Братан, я поехал задом, смотри. О чем речь? Там эрекция нужна. О чем речь? Без эрекции. Антонио спрашивает. Бросает вызов. На 120-м говорит, я знаю, как ты ездишь. Покажи на 150. Да-да, именно так. Я не верю ни в него, ни в 150. Слушай, серьезная заявка. А ты как думал? Имей совесть. Мы серьезные люди. Я тебя как соперника уважаю. Ты поменял 120-й, брат, как я тебя буду уважать? На 150-й. И сели он за руль и пошли долбить. Друг друга, да. Это мы уже проходили. А где вы хотите зарубу устроить? Вот вопрос где. Были только на хороших горках. Отлично, сегодня все их взяли, вот вас там не хватало. Что с бампером, Пашка? Купил такую. Только вопросы только по бамперу? Вопросы только по бамперу. Никогда он туда не заедет. Не заедет, да, правильно, никогда он туда не заедет. А там я, ты что, у меня вороги, мне там на светофорах девки с ума сходили. И пошел вот на ней никогда туда не заедет. Слышь, ну нормально, хоть какая-то эмоция. Вообще четко, я вообще не жалею, что к вам приехал на канал. Вообще молодчай. Выше тебя, Жень, выше. Какие дела, пацаны? Ну чё там? Да всё ровно. А чё ты зачем так делал сейчас? Жарко. Сцепа единственная не работает, а так чётко едет. Поймал тот кайф, который был не так давно. Давайте Ауди заедет, попробует, и мы поедем все. Едем. Опять бред. Пока эту машину не наладят полностью. Да, да, надо сделать, чтобы, да, чтобы она четко летела. А потом спокойно ездить. А пацаны реально поверили, что мы приехали рубиться. Нехорошо колосья раздвигая. Что делаете? Да защиту оторвали, Антон. Я думал вас на буксир брать. Нет, вы думали, куда? Да защита, блядь, отпала. Стеной стоит пшеница золотая, по сторонам дорожки полевой. Арре! Ну ты видел, как он снял мне эту лабораторию микрозелени там в этом ролике? Так он передал все в наркоконтроль. Пусть приезжают, щавля похавают. Сейчас всегда во всех видосах зубы желтые. А потому что вы луки какие-то там ставите. Луки? Луки. Лучше, чем вкусные точки. А ты там пробовал? Я читал.
Надо бросать есть. Тело не двигалось с места из-за политических дебатов. На одном дыхании доехали. Так а ты что поехал с нами? Только чтобы доставить товары, отдохнуть? Не-не-не, у меня же съемки с вами. Ты работать будешь? 3 дня съемок. Ну, на съемках, конечно. Контроль в курсе. Ну сейчас мы заедем по бибосу да и к вам. На Вогресовском мосту церкви обокрали. Опа, опа, зеленая ограда. Продаю Джорданы настоящие американские. Найк сказали, все, то был временно заблокирован в России, а теперь заблокирован, короче, навсегда. 50 тысяч за два. Миш, какое-то зло происходит, да?